Сотрудниками госавтоинспекции за первое полугодие выявлено 1700 нарушителей, разъезжающих на машинах, не поставленных на учет. К этой цифре можно добавить 440 водителей, которые повторно решили обойти закон. Ответственность за управление транспортными средствами, не зарегистрированные в установленном порядке, предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере 500 до 800 рублей. За повторное нарушение предусматривается наказание в виде наложения административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от 1 до 3 месяцев. За ростом выявления незарегистрированных авто растет и количество ДТП с их участием. Самое обидное – за происшествие, совершенное новым владельцем, отвечать придется прежнему хозяину авто. Безусловно, в судебном порядке разобраться будет возможно, но это вызовет массу неприятностей для обеих сторон. За 7 месяцев текущего года на территории республики всего зарегистрировано свыше 200 ДТП по вине водителей, которые управляли транспортными средствами, не зарегистрированными в установленном порядке. Из них совершено ДТП с пострадавшими 69, в которых погибли 15 человек и 96 получили ранения. Добавим, на едином портале госуслуг есть возможность получения услуги по регистрации транспорта в электронном виде. Это позволит сэкономить время оформления машины. Госавтоинспекция призывает к бдительности при покупке авто и своевременной постановке на учет. Арлан Абайду, Владимир Сюртюк, Дарина Даргат, телеканал Тува-24.